Спасибо. Там вафля уже одна отрезала. Кто поводит мелизону? А что ее водить? Ну, потому что есть индивиды, которые любят улетать на ловушках. Блять, вот кого держите, Валька? Ловушка на танк кинется и все равно улетят. Ну, если танк будет танчить правильно, они улетят. Да. Шульга, ты умеешь танчить босса? Этого, ласта, нашего лича. Ну, практики не было, на теории. Да. Теория, поверни спиной, пожалуйста. Теория не прокатит. Это плохо. Теория это плохо. Другой АДК потом. Но у него нету АДК. Вот в чем проблема. Кикать я его тоже не могу. Так ты попроси. Вы что там, на Вальку что ли попали? Бомжи. Давайте, нет. Залетайте в Инск и Сумонте. Сейчас что-то будем разруливать? Все сейчас будем разруливать, чтоб вы, кто хочет, разошлись. Я да, думаю, нам уже хочет, надо уходить. Если что, у меня есть БДК без КД. Я знаю, что у тебя есть тогда... много персонажей. БДК тогда может на ДДшку зайти, сова ШП. Шульга, да? Да, да. А значит, кто у тебя там? Ты не прыгай. Сова и ШП. Сова ШП, ты не мне прыгай. На сове лучше. Чё там, кто мне обмен кинул, зачем? Не прыгай. Вон тебе, две да. А, это? Да зачем они мне нужны, я уже собрал на это. Да пофиг, некому больше скидывать. Хорошо, так. Давайте сумонтесь их на лича. Значит, кто это говорил про БДК? Войд? Угу. Значит, Войд, давай на БДК. Сначала разролим. А, да, сейчас сначала разролим. Да, конечно. Давайте первый, второй по ролу. Так, сейчас кинем. Ну, бля, Геровский печенька, это будет первый, второй по ролу. Печенька. Гоняли, как Геровский-то, блядь, не первый, второй по ролу. Первая, ну, давай мне еще печеньку. Давай, о, дына, две печеньки за рейд Геровский. Нахуй. Одна печенька, на, нажил. Опа. Рыбку поставьте, пожалуйста. Да подождите, не ставьте рыбу, потому что люди будут заходить на другие персонажи после разрыва. А, ну ок. Так, роль давай, кидай там на лоб быстрее. Все. Роль по одной. Так, один шарец, чернокнижник. Ну что, сегодня не было печенек наваров, да? А-а, профорсировал. Прям реально? На половину вот первый Геровский, блин. Какой-то все, золотой рейд. Все народу были такие. Профорсет ко мне, давай. Ретрокируйте. Релогнусь. На груху ройте. Толстой, блядь. 74, ёбаный рот. Будет с обмен. Пристаком 81. Не-не-не, это я второй раз хит. Катушку рольте.
сколько там? 80. Блин, колонны. Датчик обмен. Датчик. Датский емуль нахуй. Протопал ливнул или что? Эх, катушка. Так, протопал ливнул? Слава, больше кировские печеньки вот так не роль, ну его нахуй. Согласен. Так, подождите. Конечно. Кто ли был, скажите мне. Бац. Значит, бац у нас ливнул. Протопал, ты умеешь танчить этого босса? Точнее, тебе не босса танчить, тебе шаркарей. Так, короче, Рэл, могу взять мага охуенного? Еще кого-нибудь могу взять. Ча, подожди, я смотрю, кто у нас. Все разбавлено? Тух ебаный, нахуй ты, сука, рулишь, блядь, сразу две печеньки с герстом. Закрой да. Бучку. Тихо. Тихо, подождите, да пидор, я тут разбираюсь с народом. Так, все разролили? Да, значит, Лок, Войд и Шульга, давайте заходите на БДК и на сову. А, нет, стоп. У нас и так тут есть 4 БР, нам не надо больше, в принципе. Давай на ШП. Кто нужен, говори. Шульга, давай на ШП заходи, Волчати плюс имеешь. Войд, давай заходи, Волчати плюс имеешь. Если что, паролю на этот, ну, зов, короче, на фрукт. Лок, да? Без базара. Так, кто? Плюсанул? Пойду покурю. Сейчас. Знаешь, Паули, по ассисту возьму мага в шахту, что там смогу. Штопору? Или кому? Паулику. Давайте. Так, вот танк. У нас танки есть. Это главное. Надо одного хила еще. Ршаму. Сейчас. Да я ассисту вару, пожалуйста. Так. Нам нужен демон. Вообще, у кого там локи есть хотя бы 6 и 0 плюс? Зовите их. Ршам сейчас зайдет. Да. Турамул. Чё ж усиливаете? Ну ладно. Они вчетвером захилили. Кого вы там берете? Мах 6, бля, ливаете туда. Ребята, у меня ДЦ слабый для лича, я это нахуй ухожу. Так. Ну ладно. Вместо меня кого? Хорошо. Я думал, ты побудешь. Так. Значит. Та-та-та-та. Ваня в резке ФКшенька. Дайте Войду ассистенту. Да, дайте воду. Войд, у тебя никто там с ельды не хочет. Рдру, ДЦ. Сейчас спросим. Ханта возьмешь? Сейчас, подождите, у нас тут как раз локи под Афри и Демона. Эрдру и ДЦ. Ну, гоните РК там, шаман. ФДК. Не надо нам ФДК. Пишет, что один этот не разорвал токен. Маг нужен?
что, маг нужен? Подождите, я сейчас гильдии спрашиваю. 64 мага, короче, есть? Ну давайте, мага бери вместо Африка, но демон нам обязательно нужен будет. Здравствуйте, трудяги. Здравствуйте. Это вы по КД добираете на леча, да? Не, вот сидим четвертый час. Ну, хардкор перед сбросом, короче. Это Бьорн? Или я это забыл? Да, это он. Да, понял. Дейк, Прист, Шула, Простушка. Шула это БДК, я зайду сейчас. Дейк, ты войдешь? Нет, Простушка. Кто-то там мага брал этого. Ой. Хорошо, Дейк. Просто если нет, я возьму. Кто там ливает? Смешняга. Так, возьму Рогу. О. Ты Рогу взял, да? Я сейчас возьму, он написал мне. Тоже Рогу просил. Так, давай завтра спрос. Блин, главное хилов сейчас найти. И демона. Короче, пойду покурю, пока сбыл. Так, значит... Сюда, сюда, сюда. На МД сюда. Все, пати раскидали, дайте шкаф, сумоним всех. Так, РК, да, дайте РК. Если у кого-то есть фласка, дайте ее протопалу. Протопал, если у тебя есть чешуя, поставь ее вместо клыка. Вот. Протопал танчил, КВН? Не знаю, танчил он или нет. Ну давай ставь. У клыка ж хп больше, зачем клык менять? Чем у ключа? Вы бы уже вместо ключа ставили, что ли? У ключа поглощение, там сопротивление. Там до сраки упало, хп с ним больше, с этим с клыком. Нет, там одинаково. Привет. 228. Там не одинаково. Да-да-да. Давай, короче, ставь туда этот клык. Слушай, Пава, может у тебя есть орган с профа? С героический. А, у нее бычка. Не, просто орган покруче чешки. Тут на трэше постоянно 10 стаков хп и броня висит. Если вот давай, надо брошь. Да там даже... Давайте шкаф быстрее. Дайте шкаф. А, стоп, у нас один лок, нам придется его сумануть. Кто на улице? Суманите лока. Лок уже перестал, а? Сейчас Горгот отойдет, пописает и вернется, чтобы не писать в рейде. Одну минутку. Нет, тимоданка поставь. Просто такая фигня прикольная в это вот, когда смотришь, сколько боссов убит, написано битых все. Вот здесь живы все.
Лок, ты в инсте? Ультрамаринус. Бегу, бегу. Сколько хилов тут? 5? Так, Лок, давай шкаф, суммоним остальных. Карел, ты назначил, кто тебе спойлер чуму? Сейчас, подождите, я сейчас все расскажу. Тыкайте, ребят. Я вам заранее скажу, что Горгот может подиспелить, и вы можете об этом не переживать. Я об этом и хотел как раз сказать, что Горгот будет диспелить. Так, Петуния, у тебя вкачано? Ерунда на ускорение бега от щитка. Ой-ой-ой, как классно, как классно. Давайте досумонивайте остальных быстрее. Линкани все марка еще раз. А, нет, 28 человек. Даже очень много. Петуния, давайте сумонтесь. Значит, рассказываю, Горгот, диспелишь чуму. Петуния, будешь кидать на то, на ком чума, свой щиток. Значит, будете бегать РДД в звездочке, милите, кто поводит милизону? Кто милизону поводит, скажите мне. Сейчас сам назначу. Так, значит, симпатулька... Нет, не симпатулька... Ха. Так, так. Паулик, поводишь милизону. На тебя поставлю метку. Ну давай метку повожу. Сейчас. Они выбрались. Хорошо, хорошо, сейчас. Так, значит, штопор. Заняли доску. Так, штопор, у тебя, надеюсь, есть символ на гнев? Штопор, есть символ на гнев? Чтоб тебя не сваншотили, шаркари. Если нет, то... О, давайте портал в Долоран. Я сейчас пойду и куплю ей символ. Маг, дай портал. Какая-то записывает на поводине.
Ну, давайте, готовьте сейчас суммоник. Вы-то всегда миники слева стоит, и сейчас справа надо будет. За это проблема. Как там символ называется? Можешь линкануть кто? Для кого? Дева Небес вроде так и называется. Так, гнева карателя, а вот священного гнева. Топал, какие у тебя сейчас символы стоят? Скажи мне. Да, святая клятва оставляешь, значит, праведной защиты. Так, тоже оставляешь. Молоту праведника убираешь, он тебе не нужен. Так. Тебе понятно, что он игру не мог набрать, например. Так, давайте бафайте всех. Каски. Значит, у нас теперь поменялась ротация над бафом. Карбонит, бафаешь нам кулаки. Луай, бафаешь нам монореги. Я уже кулаки разбафал. Кто разбафал? Луай. Луай, значит, бафаешь нам карбонит монореги. Дайте рыбку, если у кого-то есть. Пейте банки. Давайте, хавайте рыбу, пейте банки. Значит, СС нам... Лок, повесишь на единственного протопала. Вот. Надеюсь, протик ты сможешь оттанчить ширкарей, что это самая больная тема. Этот протик — это девочка, да? Ну, она кому-то передала этот... Я не знаю, кому она там передала. Короче, просто кому-то кто-то другой танчит. СС на переходке или сразу перед? Так. Каску под рейдом давайте, протопал. Локу каску дайте. Всем каску раздайте быстрее. Рэм, СС на переходке или сразу кинул? На переходке. А не, подожди, не надо на переходке. Хотя, блин, я не знаю, выдержит он. Давай, короче, сейчас СС. Я просто не уверен, затанчит он или нет. Так. Все, даю чек. Кто готов, станет. Сними, короче, ассистов со всех, кроме базы друид. Я кажется, что-то не хватает. Я передал символ тебе. Я это хорошо видел. Посмотри еще раз внимательно символ. У меня есть, спасибо. Я вот не вижу каст ауры, зато вижу от тьмы, которые они... Сейчас, подождите. Тут у паладина символ потерялся. Бля, опять идти покупать, что за прикол? Может, ты его поставила не в тот слот? У кого есть начертание? Ничего ты не нашла? Что за прикол? Карбонит я не тебе отдал случайно? Блин, как так? Был символ. Может, у нее был символ? Блин, давайте еще раз, только в Агримар шкаф. Протопал, проверь, может, у тебя был этот символ. Он состакался на улице. Вы, блин, издеваетесь? Вы пришли 25 хер на лича и возитесь символами?
А вы что думаете, она без него не затанчит? Бля, это пиздец, цирк, нахуй. Да дайте ж портал, Таларан. Все, нашла? Ах, боже мой. Два шаркаря. Значит, паладин, лоу ай, карбонит. Я просто скажу, какая пайтия, и вы тогда дадите каплю. Третья и пятая. Скажу третья, дашь каплю. Скажу пятая, дашь каплю. По протопалу будете давать. Так. Так, даю последний чек. О, подожди, дай мне обратно ассиста. Зачем ты меня забрал? Вот. Даю чек финальный. Давайте все на позиции свои идите. Запускаю босса. Значит, паладины ауру поставили, поставили. Так, что-то я хотел сказать. Про станы, штопор, ромбик. Да не надо мне, у меня есть. Штопор, ромбик, потом лоуай, трусы, карбонит. Что там у нас остается? Ой, забыл. Круг, карбонит, круг, все. Это ваши станы. Гнев не давайте. Дадите уже тогда, когда молотки свои откинете. Сейчас кто танчит? Танчит сейчас у нас Void Knight, дашь на него на пул. Эту фазу переживаем и убиваем, все. Давайте 5 секунд, готовьте, пейте банки свои. На пульте на ДК. Топал, давай потихоньку трэш собирай. Ловушка, перебежали милики. Быстрее милики перебежали. Так, шаркаря забрали, чума, готовьтесь бежать. Вухер побежал. Диспел вухера. Хрейд. Перебежали РДД. Готовьтесь, ловушка. Ловушка у нас на РДД, перебежали. Станы им давай, они тебя ваншотнут. Горга, чума, выбежал быстрее, диспел бы обратно говорит. Чума, ой, ловушка, готовьтесь. Перебежали РДД, ловушка. Миликов потихоньку подводи, мы не достаем. Протопал, дальше проходи. Станы им давай. Так, ловушка, готовьтесь. На РДД, на мили, ой, на милике. Америка. Так, протопал, веди дальше. Мертвящий выбежал, плохо. Милики, точнее РДД, смещаемся сюда. После ловушки. Перебежали. Веди на край, протопал. Давай каплю по протопалу. Следующая ловушка. Муж должны перевести. Перебежали. Гапчик, давай к боссу, ой, к боссу, шукарям. Иди сюда, переводите. Перебежали все на край, ловушка на РДД. Хант, не улети, все. Давайте, собери трэш, протопал. Капец, как вы умерли, сразу трое. Бейте духа. Духа все бейте. Диспельки сало с Войда. По сверкам. Диспельте чуму в рейде. Значит, забирайте второго духа быстрее, на мне дух. Сейчас пойдем с кучей духов на переходку. Это плохо. Ну, посмотрим. Бейте, доливайте гневного.
Сразу три умерло. Сферы подбивайте, заберите духа. ДК притяни сюда. К себе. Фаза, готовься, протопал, забирай духов, удалите сферку. Значит, БРы. Сферку удалили. Гневного одного долейте, чтобы у него лоу хп было. Так. РДД, добиваем духа. Стали все в звездочку. Подведи их сюда, протопал. Валькиры, готовьтесь, стали все в звезду. После валика раздадите БР, я скажу. Так, давайте стан. Куда ты полетел? Убивайте ромбик и печеньку. Поскорее не разбежались. Убивайте ромбик и печеньку. Давай, веди его обратно в центр. Добивайте духа, долбите. Отдыхай, милики. Нет, не сюда его, отверни, сейчас визганет. Отверни его быстрее. Падаем. Заходите в лужу. Да я понял. И маг. Шарк. Мага Шарк еще уже собьет, интересно. А то, что маг сзади стоял, паладин не успел забрать с мага, потому что тот далеко сзади стоял и кастил что-то. Появился на том же месте Шаркари и прихлопнул мага. А еще одного... забрал мелкий трэш, я видел. Там тонны мелкого трэша, и танк его не забирает. Типа не надо. Ну, тряпок сожрет. А трэш легко сливается фуриками. Двумя АДК. Так не сливается ж. Не сливается. Ты ж видел, толпы трэша были на рейде. Там его даже не обязательно сливать, его надо просто загреть, а не резону, чтобы не сливать. Вальку не сагрите, подождите. Да все, сагрели. Там питомец и АДК очень быстро. Понятно. Ну, пускай его убивает. Отпусти питомца. Пускай убьет тебя. Нет, жди. Ну зачем ты это сделал, блин? Ну. О, боже. Луку на портале, пожалуйста. Лежит на портале сзади. Груй тресни, пожалуйста. Стоп. Зачем с тела встают? Хорошо, Вар. Простушка, ты войдешь или нет? Зайдешь, да ты войдешь. Давайте быстрее. Робот есть у кого починиться? Ну ДК, бля, ты шо, дурак? Опять симпатулька, да? Второй раз подряд. Она просто в небо смотрит. Давайте быстрее, не ловите этих валик. Скорее в пол.
Кого менять? На замену никого нет, буду искать. Ну, поищи. Хорошо. Лок, может, ты поднимешься? Так, потому что вампиры сагрились, а я так стопан ждал, пока они пройдут. Там Вара тоже что-то больно бьют вампиры. Ура, Лок пришел. ДК сагрил, и Вар просто под горячую руку попал. Понятно. Понятно. Давай, короче, ставь шкаф этих суманем двоих, чтобы они там не вайпались. Так, идите сразу рыбу хавайте и раздавайте баф. Значит, друиды у нас тут много. Мордекис, короче, друид 4-я пати. Будешь заливать престоле, базе друид будешь Гарготу, дебекчик. А, со второй пати будешь заливать мне петуньи. Супердру по себе. Так, даю чек. Дайте кулак, пожалуйста, по роге. А все, рыба стояла, нет? Да, я сейчас еще поставлю. Да, две штуки ставили. Всю съели. Протопал. Большая к тебе просьба. Маленький трэш собери масса грилкой и все. И оно тебе тем более вкачан. Через зиму. А с этих смиликов, ладно, хотя бы чуть-чуть собирай, но с РДД вот всех просто, абсолютно всех. Да это прохилят тебя, все нормально, стоп-хилы. Там такая схема, короче, до первого шаркаря ты собираешь весь трэш. Когда сагрил шаркаря, смили зоны не забираю, забираю с РДД только. И потом в конце уже, когда вот по шаркаре не будет, я стану один выступать, не забираю шаркаря. Стопнули. Флут. Давайте ставим быстрее по своим меткам. Что-то я не понял, мне метка слетела с Паулика. Мы тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Вот теперь стоят. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Значит, вообще желательно никому здесь не умереть. Желательно никому на этой переходке. Как, если увидите, что Пал умер, сразу по нему каску лупите, потому что он переродится, и молитву. Все, давайте. Бейте босса. Ловушка, перебежали РДД быстрее. Шаркаря забери. Стали все в звезду. Мертвая чума перебежал. Попор сетка диспел. Перебежали милики. РДД так посерединке станьте, снеслись чуть-чуть. Ловушка у нас на РДД, перебежали сюда. В звездочку быстрее, друиды. Станы давайте, давай каплю паладинам. Кто-то улетел? Чумаш, диспел протопала. Да уже давно здесь. Хорошо, перебежали милики, ловушка. Так.
Перебежали милики, ловушка. Забери шаркаря. Профусетка выбежала, чума. Чума, это где перебежали? Ой, чума. Ловушка. Штопор, давай, перерождайся. Дайте каску по нему быстрее. Каску собери. Молитву дайте. 2%, 1%. Давайте все двигаемся быстрее. РДД. 70. Дай сакру. Сакру давай, паладин. Собирай. Что, шаркаря. Что делать? Шаркаря забери. БДК, давай на себя духа. Собери шаркаря, уведи их отсюда. Так, чума, я не знаю, где чума. Почему ты тут танчишь, ДК? Бля, чума. Стопнули, где чума, я не понимаю. Думал, диспейлили, она по рейду пошла. Блять, это плохо. Нам придется кучу сейчас дамага приложить. Супердру, я тебя повернул. Блять, может проще упасть. Да блин, падать. Такое себе дело. 6 лямов вы не задамажите для переходки. И ДК нужно, если тебе нужно танчить трэш, блядь. Ладно, заходим в зиму. Еще шаркаря летит, а тяжело будет. Иди, ДК, что там не надо танчить. Давайте я так. Значит, ДК у нас идет через портал. Протопал, идешь у нас слева от портала. В сторону левой этой глыбы. Просто вы как-то смешались, и получается чума ушла в рейд. Там они не смешались, там просто загрелся трэш мелкий. Чума была на мелком. Мелкий сдох, он ушел на рейд. Ну, естественно, на рейд ушел, пришлось здесь пылить. Да там еще одна чума была на дабкере, на друиде. Он выносить не захотел, пришлось с него. Тут значит не захотел, я... Пришел туда, где, ну, якобы должен быть шаркарь, но уже никого не было. С меня ее кто-то сдиспелил, и я побежал ко всем. О, насколько я видел, угу. Дистелл, да, поэтому я сдиспелил. Так, вар покидает нас. Укус. Так, замена. Я вместо себя Холика взял. Я понял. Пишет еще Фрост с ДК. Давай, не Фрост. Знаю, давай, Фрост, он все равно как вар будет. Окей. Плохо. А, зайдите на попало. Блин, ну я могу зайти? А, у меня напали КД. Все, спасибо за рейд. Давайте. Не за что. Я думаю, в принципе, протопал, ты как понял, как вести через вот эту глыбу. А, нет, ты, блин, духом. Тасик, что-то знакомый ник. Да не надо нам диспел, нам дамаг нужен. Нет, сейчас мы по-другому делаем, потому что к нам БДК в РДД зону ведет, а ты ведешь вместе с ДК. Вы просто сталкиваетесь и получается в канале. А да. Просто велики не могут подойти дома. Блин, Тасих. Блин, что-то знакомый этот Тасих. Никто не знает, никто с ним в рейде не был. Да, он собирал сегодня куда-то, только я не помню куда. Не, я именно косячил он или нет? Как хрен его знает. Этот все равно самое сложное не первая фаза, а вторая, потому что валики три штуки. Да. Вар, ты у нас один стак и раскол.
Потому что ты уводишь его, смотри куда, за звездочкой следи. Ты его вот сюда же уводишь, этот трэш. Вот, ты вот здесь вот стоишь, танчишь. Теперь смотри, где ДК танчит. ДК вот танчит, аж вот здесь. Вот, он его поворачивает, блядь. Так, спиной становится, ключу и танчит. Потом, как с тебя спадет чума, диспельнут, все дела, ты повернешься в рейд и поможешь ему дотанчить. Забирать трэш, который мы не сможем убить. Все. Давайте бафайтесь. Просто вы как-то, не знаю, второй раз уже так сталкиваетесь. Ничего, что Фрост у нас с гранью тьмы, блядь. Дасик который, да? Серьезно, во Фросте? Он 5-8. Какой-то, а, не, он, короче, одевает пухи. Смотрите, сейчас Тасих покажет. Тасих, ты в РК? Тасих, дорогой мой, ты тактику знаешь? Топовая чарка на ступнях, смотрите, это нечто. Карбонит, че он там? Блин, пацану, КДП, 7 КДПС Тасих. А на шее топовый камень. А, я вспомнил тебя, это тебе отдали волю. Эти деньги. Дикам собирал, я вспомнил. Этот ДК нам реально не нужен. Посмотрите на его чарки и на не, то, братан, отсутствие геймов. Сори, но на реча не в этот раз. Вот, прям извиняй. Да не, не пожалуйста. Ты ДПС не дашь. Дайте ему маг, дай ему портал. В Агримар, там Долоран, не знаю, куда он пойдет. Дай ему наш ДПС. Я с тобой в рейде был. Ты после танков находился. Я понял, что мы долго. Ну как получается. Сейчас рейтинг. У него таланты на Фроста неправильные, кстати. Но не до конца он добил там, где надо было добить. Да вот просто так. Чё, сколько нит? ГС? А ДК есть 6,8. О, да не надо ДК. У меня сейчас 2 вара будут. У нас также вар есть. Одного вара, одного ДК. Да, они этих валик изнасилуют. А меня бы сюда поводили. Блин, у нас стана не будет, это плохо. Да, нам надо пау, потому что иначе это хрен мы их убьем. Так у вас да. Есть кот и рога. Какие проблемы? Коля пау, это пау. Придется коту и роги станить. Это печально будет. Это пока не набьют комбо, чтобы застанет нормально эту валю. Да, я бы сюда палом, я бы всех оросал. Так, раз вар. Станет-то можно, просто сразу, если получается двоих, один рога, один кот, это будет плачевно. Можем да нет, нет, мы не будем так. Короче, рога с котом будете одну вальку станете. У паладина откатится, у вас тоже. Че вы придумали? У них на все вальки откатится. Да, у них на все откатится, так что давайте суммоним варов. Дай шкаф лок, пожалуйста. Ну, у Холипава не откатится на вторую волну. Значит, придется распределять. А, в смысле Холипава? Это Ретрика. Ретрика, простите. Ну, все равно не откатится. Значит, будем больше дамага давать. У кого ДК у тебя вкачан талант осквернения? Привет. Вкачан осквернения, отлично. Эх, да-дам. Ну,
Ну, тотем буду ставить по КД, тут есть замедляющий тотем у шамана. Хорошо. Давай лог-шкаф поставь.